Здравствуй, малыш! Лесные жители приглашают нас в гости. Нас ждет паровозик. Поезд отправляется, дает гудок. Поехали! Тук-так, тук-так. Мимо речек и полей мчится поезд все быстрее. Ничего, что путь далек, мы приедем точно в срок. Приехали, вот и лесная опушка, давайте погуляем. Мы идем походкой правой, ножкой левой, ножкой правой. Раз, два, раз, два, раз, два. А можно и сказать по-другому. Та, 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 та. Солнышко поднялось, запели птички. Слышите, как поет кукушка? Кукушка поет громко, а эхо ей отвечает тихо. Смотри-ка, на дереве сидит дятел. Кто стучит в лесу глухом? Громко, словно молотком. Пестрый вид его приятен. В красной шапке это дятел. Можно и так. Тере-те-так, тере-те-так, тере-те-так. Кто там скачет? Неужели зайка? Давайте прохлопаем, как скачет зайка. А можем и со слогом «ти» показать, как скачет зайка. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Кто там выглянул из-за дерева? Берегись, зайка! Это лиса. В рыжем платьице и сица. Раскрасавица лисица. Хвостик с белым кончиком. Краска, что ли, кончилась. А лисичка танцует под музыку вальса. Мы поможем ей. Похлопаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Как хорошо гулять по лесу. А вот и косолапый медведь идет. Посмотри, какая у него медленная походка. Мишка лапою мохнатой, не спеша малину рвет, ходит, ищет косолапый сладкий и душистый мед. Давайте похлопаем и покажем, как идет Мишка медленно. Давай попробуем прохлопать твои шаги. Та, 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 та. Теперь шажочки зайки. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. И огромные шаги медведя. Та, та, та. Нам пора домой. Едем домой на поезде.